Юная Катя пришла на праздник вместе с мамой. Она хочет успеть и в Angry Birds поиграть, и собственный клип записать. А впереди еще полет на коптере и большое беличье колесо. На стадионе «Снежинка» собрались семьи участников СВО. Для них организовали большой спортивный праздник «Мой дом, моя крепость». Очень здорово. Нас развлекают как могут. Интересуются нами, то есть нас не оставляют. Если нужна какая-то помощь, они, соответственно, помогают. Организовали праздник для семей участников СВО специалисты администрации городского округа и фонд «Защитники Отечества». И это уже не первое мероприятие. Недавно эти семьи ездили с экскурсией в усадьбу Среднякова. В городском округе Химки особое внимание уделяется участникам специальной военной операции, их семьям. Совсем недавно проходило большое мероприятие «Молебен» в Троицком храме. Сегодня уже для более младшей категории семей, для детей организовано мероприятие. Приятно, что каждый день что-то в городе происходит интересное, полезное. И самое главное, что наши семьи понимают, что они не одни. Евгения Быстрова старается не пропускать такие встречи. Сегодня пришла на спортивный праздник вместе с сыном. Рассказывает, что так легче пережить разлуку с мужем, ведь они не виделись почти 2 года. Супруг Евгений находится в зоне специальной военной операции почти с первого дня. Он даже до повестки, он сказал, я пойду вас защищать, свою семью. Я не буду где-то сидеть, отсиживаться в стороне. Для меня самое главное защитить вас, чтобы был мир в нашей стране. Для детей различные конкурсы и активности. От мастер-класса по футболу до пилотирования дронов. Сюрпризом для всех стал приглашенный гость, главный голос биатлона Дмитрий Губерниев. Я хочу сказать, мой дом действительно моя крепость. Я хочу пожелать прежде всего детям продолжать заниматься спортом, любить своих родителей, слушаться. Ну и, конечно, огромное спасибо сказать родителям, тем, кто находится здесь, тем, кто защищает нашу родину в эти самые минуты. Пожелать всего самого доброго, верить в Россию. Организаторы не забыли и про угощение. Каша от полевой кухни и горячий чай были очень кстати в такую холодную погоду. А для маленьких детей – сладости. Сервер Бекмамбетов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.